Понимаете, они считают, что эти два острова мы буквально сегодня должны отдать. Вопрос решен в 1956 году. Чего вы, ребята, здесь торгуетесь? Это все наше. Мы не об этом, мы вот от других. И Турубку на Шир. Вот наши острова. А это все уже решено. А какова вообще стратегическая ценность Курильских островов для Японии? Или дело только в сырье, в моллюсках, в газе? С военно-стратегической точки зрения Япония просто запирает Россию вот в этом углу. У нас остается только северный Камчатский выход в Тихий океан. Как мы будем реализовывать свои геополитические интересы, национальную безопасность, обеспечивать, если у нас будет вот узкая горлышко только на севере? Мы не являемся исключением в международной практике с точки зрения отсутствия этого мирного договора. Пока, судя по всему, можно спать спокойно, Курилы остаются за нами.